Урок 34. На этом уроке мы с вами познакомимся с буквой Хамза. Посмотрите, как она пишется. Еще раз. Это буква Хамза. Хамза произносится горлом. Хамза. Хамза. Давайте еще раз напишем ее. Она напоминает нам начало буквы Айн. Да? Только без нижней части. Это короткое ознакомление. Более подробно мы ознакомимся на следующем уроке.